Здравствуйте, друзья! С вами, как всегда, я, Александр. И сегодня на столе у меня снова посылка с наушниками. На этот раз это гарнитура от компании Honor. Купил я ее на торговой площадке GD за какие-то сущие копейки. А именно за 276 рублей. Надо сказать, что вообще цена у нее в обычный день значится как 2000 рублей. И, в принципе, она и в России продавалась у ритейлеров по таким ценам. Вот так вот она выглядит. Мне показалось, что за 276 рублей я просто обязан ее купить и протестировать. Давайте на нее посмотрим. Все-таки продукт брендовый от известной компании. Он продается по цене, ну, просто смешной. Сейчас цена немножко увеличилась. Порядка $10 стоят они. Monster Entune 100. Как-то по-другому они назывались в лоте. Что-то M15 там значилось. На коробке написано вот так вот. Все по-китайски. Явно для китайского рынка исполнение. Здесь что есть? Design by Noel Lee and the Monster Design Team. Прикольно. Лас-Вегас. Уж не те ли это монстр, который делали дизайн для Beats? Ну, не знаю. Давайте открывать и смотреть. Послушаю и расскажу, что, как, чего. Упаковка, конечно, кошернейшая просто. Брендовая. Что тут есть? Макулатуры полно. Нет, не полно. Одна единственная бумажка на китайском языке. С росписью, смотрите-ка. Pew Monster Sound. Из английских букв вижу. Так, амбушюры. Два комплекта. Синий цвет у меня. И вот такая вот инструкция. Вся полностью на китайском языке. Да. Ну да ладно. По-моему, на сайте там были характеристики. Я их во второй части обзора подтяну. Что-то стандартное, типа 20 на 20. И все такое. Самое главное, как она вообще звучит. Насколько хорошо. Кабель типа лапша. Джек уже вижу. Отлично. Г-образный. Это радует. Полностью резиновый вот такой Г-образный. Позолоченный, кстати, джек. С логотипом Monster. Приличная такая по толщине лапшичка. Не как в дешманских наушниках. Так, здесь у нас разделитель фиксированный. И вот такой вот есть регулятор. Насколько вам нужно развести эти в стороны обе части. Пульт трехкнопочный. Вот так вот работает он. Хорошего такого качества кнопочки нажать. Естественно, микрофон. Ну и сами наушники. Полностью пластиковые. Здесь вот такая синяя полупрозрачная. Амбушюры мягкие, приятные. Снимаем. Имеется компенсационное отверстие. Входа закрыты сетками. Ну, в общем, все достаточно неплохо. Хотя, конечно, и не блещет дороговизной. За 2000 рублей такие наушники я бы, пожалуй, ни за что не купил. Под 45 градусов изгибы, аналогично Xiaomi-шным. Ну что ж, давайте послушаю от всего, чего можно. От смартфона, от Zishana плеера. Ну и вам расскажу все про них. Итак, друзья, продолжаем наше знакомство с гарнитурой от Honor. И в поисках характеристик я забрел на официальный сайт Shop Huawei Honor. И сразу обратите внимание на цену. 2490 рублей. Смотрим характеристики. Итак, модель у нас все-таки называется Honor Monster AM15. Тип вставные, затычки в скобках. 1,2 длина кабеля, 32 Ом сопротивления. Частоты микрофона указаны, это приятно. 100 на 10 тысяч Гц. Диапазон частот динамиков 20 на 20. Ну, как я уже и говорил, что, скорее всего, так и есть. Чувствительность при этом неплохая, 103 дБ. Теперь давайте глянем обзор модели, что сам производитель нам об этой гарнитуре сообщает. На складе ее, как видите, нет. Моделька, видимо, достаточно старая. Итак, действительно, отношение компании Monster американской имеется к этим наушникам. То есть, они, скорее всего, спроектировали их специально для Honor Huawei. Новая аудиотехнология, понятно. Объемный звучание, прочный кабель, пульт трехкнопочный, Control Talk. HD звучание. Так, вот здесь вот есть размер наушника 11 мм. Это все-таки размер наушника, а не размер динамика самого. Материал TPE провода и ABS с пластик, соответственно, корпуса наушников. Итак, почувствую новый звук. Дизайн превосходный, звучание реалистичное, управление удобное.
глубокий, чистый звук. И вот это вот меня всегда веселит в китайских производителях. Решение четырех проблем. Низкое качество входящих в комплект наушников. И нарисованы Apple-овские комплектные уши. Я почитал немножко отзывов. И, сбегая вперед, скажу вам, что люди сравнивали с этими наушниками. И комплектные уши от Apple звучат лучше. Скучный дизайн. Тоже какая-то гарнитура левая, низкое качество звука и высокая цена. По мнению производителя, все эти недостатки в данных наушниках устранены. В общем, реалистичное звучание, управление музыкой и вызовами, это, конечно, хорошо. Действительно, пульт трехкнопочный. L-коннектор, отличное решение. То есть, L-коннектор, это замечательно всегда. Удобный сплиттер, да, действительно, вот этот разделитель можно подвинуть, отрегулировать, как вам удобно. Прочный кабель, ну, я думаю, да, потому что лапша такая достойная. Хотя, я уверен, если моей дочке отдать месяца, ну, два, наверное, проживут максимум. Где-нибудь начнет коротить обязательно. Хвалебные песни и все такое. Вот, собственно, сайт компании Monsta, продукты их, видимо, логотипчик, да, то есть имеют они отношение к этим наушникам. Не знаю уж, правда, насколько сильное, но тем не менее. Ну и давайте поговорим непосредственно о самих наушниках. Да, действительно, прежде всего, они очень удобно сидят в ушах. С этим никаких проблем не возникает, и тут я полностью согласен с всяческими рекламными слоганами на сайте компании, действительно, да. Очень хорошего качества вот эти вот насадки, они не очень плотные, но приятные, мягкие, из ушей наушники не выпадают, сидят хорошо. По пульту. Пульт у нас три кнопки, что хорошо, он умеет и, кроме регулировки громкости, вверх и вниз, и пуска, соответственно, и пауза трека, также он умеет перематывать треки по тройному нажатию по центральной кнопке. Вперед или назад. Ну, в общем-то, эти функции стандартные достаточно. Но это приятно, что все это работает. Далее у нас здесь же расположен микрофон. О его качестве несколько слов. Качество действительно приятное. Давайте послушаем. Качество звука микрофона гарнитуры Honor Monsta AM15. Раз, два, три, четыре, два, три, раз. Сосисочное. Качество, на мой взгляд, очень и очень хорошее. Качество микрофона можно охарактеризовать как отличное. И в качестве гарнитуры на каждый день, ну, просто отлично подходит данный продукт. Ну и теперь, друзья, самое главное. О звучании данной гарнитуры. Послушал я ее и от смартфона, и от своего Hi-Fi плеера Zeeshan, и могу сказать вам следующее. Начнем с громкости. Громкость у наушников просто отличная. Даже на максимальном уровне ее никаких искажений не возникает, и это очень радует. По частотам. Начну в этот раз с низких. Низкие, великолепные. Достаточно плотный, мощный бас. Правда, слегка обволакивающий. Тем не менее, какая-то электронная музыка с обилием ударных, значит, drum and bass, какие-то вот такие вещи звучат просто великолепно. Вполне подойдут любителям электронной музыки. Средние частоты неплохие, но так же, как и высоким, им не хватает детализации. Верха присутствуют, но нет прозрачности звучания. Вокальные партии звучат тускловато, ширина сцены, в общем-то, тоже небольшая и несколько плоская. Короче говоря, звук без изысков. Он вроде бы, с одной стороны, неплохой, с другой стороны, он такой не очень интересный. Ну и, собственно, какие выводы можно сделать из всего вышесказанного? Наушники эти неплохие, не мусорные, как за 1,5-2-3 доллара, хотя куплен конкретно этот экземпляр был за 4. Но вместе с тем впечатление какого-то вау-эффекта они не производят. Наверное, поэтому, судя по отзывам, эту гарнитуру очень часто давали в подарок к смартфонам Honor, поскольку комплектной у них гарнитурки не имеется. И в качестве гарнитуры непосредственно для звонков или для прослушивания музыки на каждый день не очень требовательными пользователями она подходит более чем. Конечно же, безумных денег в 2500 рублей она не стоит ни разу. Я купил ее, как я уже сказал, за 300 рублей, и это, конечно, цена шикарная. Сейчас она продается за 10 долларов или вот 682 рубля, и я считаю, что это ее золотая цена. GD молодцы, вот ровно столько, по моему мнению, они и стоят, в районе 700 рублей. Максимум, что за эти наушники можно заплатить, и то вот в России, наверное, это 1000 рублей, пожалуй.
Применение этим наушникам, конечно, найти можно, но я все-таки, наверное, кому-нибудь их подарю. Такая симпатичная упаковка достаточно, все красиво, презентабельно, потому что сам я уже, сравнивая с другими наушниками, в частности, я тут немножко их сравнил с Blitzwolf'ами, Vox'ами, нет, я сам их слушать уже не смогу. На этом, друзья, у меня сегодня все. Спасибо всем за просмотр. Подписывайтесь на канал, не забывайте ставить колокольчик, чтобы не пропустить выход новых видео. И до новых встреч. Пока.